В Омске продолжают готовиться к паводку. На специализированные полигоны вывезено более 700 тысяч кубометров снега, сообщает администрация города. Однако некоторых хомячей качество уборки не устраивает и даже возмущает. Жители города пожаловались на сугробы, появившиеся за домом на улице Степанца. Видео с грузовым автомобилем, который сбрасывает из кузова снег рядом с припаркованными машинами, появилось в одной из соцсетей. Впрочем, чтобы привлечь к ответственности таких нарушителей, необходимо зафиксировать на фото или видео сам момент сброса и номер машины, и уже после этого обратиться в администрацию округа.